Черным прошедший понедельник назвали и в Канаде. По итогам торгов на фондовой бирже в Торонто национальная валюта по отношению к американскому упала почти на 0,5% и остановилась на отметке 75 центов США. Это рекорд за последние десятилетия. Главной причиной обвала эксперты называют падение цен на нефть. И вот основная статья доходов бюджета этой североамериканской страны. Среди других факторов аналитики считают и снижение центральным банком ставки рефинансирования. И все это на фоне продолжающейся регрессии в экономике не добавляет оптимизма как простым гражданам, так и людям, регулирующим денежно-кредитную политику государства. Известно, что канадский доллар начал падать с начала года, преодолев психологическую отметку 80 центов США еще в январе. Но вот последняя новость биржи Торонто, если и не шокировала, то уж точно удивила многих.